Поэтому Коран объясняет нам, если Аллах, субхана ва тааля, кому-то пожелает благодать, то Он его сделает благодатным, этого самого человека, мубаракан. Аллах, субхана ва тааля, сказал в Коране, قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Касательно Иса алейхиссалям, когда Иса алейхиссалям, и он в тот момент разговаривал في المهد, когда был в колыбели, заговорил я Иса алейхиссалям, инни абдуллах, я раб Аллаха, атани аль-китаб, дал мне книгу, инджил, ваджаалани набия, сделал меня из числа пророков, сделал меня пророком, ваджаалани мубаракан айнама кунт, и он меня сделал баракатным, благодатным, где бы я ни был. То есть здесь мауду ашахид, то что на что мы хотим указать в этом аяте, мубарак, баракатным. Поэтому мы понимаем, если Аллах пожелает своему рабу блага, то он его сделает благодатным для других людей. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Хайрун нас анфау лин нас». Самые лучшие из людей – это те, кто более полезны людям.